Здравствуйте, меня зовут Инна, я менеджер компании «Электромотор». В этом видеоролике я хочу вам рассказать о том, как отличить подделку и оригинальный насос Grundfos серии UPS. Как известно, на сегодняшний день очень много насосов, торговых марок насосов подделывают китайцы, как известно. Это такие марки, как DAP, Willow и, конечно же, Grundfos. Для того, чтобы себя обезопасить, важно покупать насосы Grundfos у официальных дилеров. Напоминаем, что компания «Электромотор» является официальным дилером Grundfos в Украине. Или же по таким простым параметрам. Первое, на что нужно обратить внимание, это на внешний вид насоса. Он покрыт краской, которая даже при механических повреждениях она не повредится, то есть не начнет облазить. В китайской же подделке при таких же малейших ударах либо царапинах краска сразу начнет лущиться. Серийный номер насоса написан на самом корпусе. В этом серийном номере насоса также заложена длина межфланцевого соединения, то бишь 130 или 180. В китайской же подделке этот серийный номер для двух разных баз одного и того же насоса, этот номер будет одинаковый. Все характеристики, которые находятся впереди, нанесенные лазерной гравировкой. В китайской же подделке будет просто прописано краской. Также очень важный момент, насосы Grundfos идут без кабеля. Не в любом случае будут идти без кабеля, потому что это идет по умолчанию. В китайской же подделке сразу насос поставляется с кабелем подключения. Как известно, компания Grundfos производит насосы различных видов и направлений в разных странах мира, в том числе в Европе, в Азии, в Америке. Циркуляционные насосы серии UPS Grundfos производятся в Сербии или в Германии. И если на насосе здесь по маркировке вы увидите другую страну, это уже говорит о том, что насос является подделкой, не оригинальной. На поддельном насосе Grundfos номинальная мощность и производительность на всех трех скоростях будет отличаться. Не знаю даже, с чем это связано, можно было бы подделывать и одинаковые, так сказать. Но обязательно уточняйте у менеджера, исходя из каталожных данных, параметры на всех трех скоростях циркуляции. Как вы видите, здесь на оригинальном насосе Grundfos переключатель скоростей является несъемной деталью. В китайских же подделках его можно снимать и одевать, можно так сказать, без проблем. Клемная коробка закреплена винтами. В китайской же подделке для этого используются саморезы. Из наружных признаков отличия, в принципе, это такое основное, то, что я вам рассказала. Помимо всего этого, если вскрыть клемную коробку насоса, можно найти еще массу отличий, при том как явных, так и не совсем явных. Но мы этого делать не будем. Я вам рассказала самые основные наружные, так сказать, особенности и отличия оригинального насоса Grundfos от подделки. Сами понимаете, с тем, как усовершенствуются насосы Grundfos, точно так же и улучшаются и усовершенствуются те организации, которые подделывают эти насосы. Поэтому важно покупать товары у официальных дилеров и представителей, такими как является «Электромотор». Особенно не ведитесь на низкую цену. Насосы, розничная стоимость, средняя розничная стоимость которых порядка 120-150 долларов, ну никаким образом не может стоить 30-40 долларов. Помните это, и пусть вас это смущает. Для того, чтобы купить настоящий оригинальный насос Grundfos, как циркуляции, так и любой другой вид насоса, обращайтесь к компании «Электромотор». Мы, как официальные дилеры, предоставим вам лучшие сервисы, все лучшие условия для покупки. Звоните к нам в Киеве 5-3-0-3-8.